Опять лось. Он побежал, побежал. В заросшем парке стоит старинный дом. Посмотрите, то ли иероглифы, то ли какие-то руны. С утратами, к сожалению. Такое чувство, сейчас крокодил оттуда выскочит. Из этой Миссисипи. Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар-32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе Trade-in. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод «РЫБАКОП». Это даст возможность получить скидку до 25%. Перед началом ролика, друзья, хотел показать вам касочку, которую мне восстановили, отреставрировали. М35. Самый маленький размер, который есть. Вообще маленькая. Вот так получилось. После чистки очень много потерь было на ней. Но человек, который делал, давно занимается уже профессионально. За что спасибо ему большое. Вот такой зимничек получился, состаренный. Никакой пропаганды, только история. Всем, друзья, вы на канале Рыболов-Копатель. Выдвигаюсь за Тимурычем, потом на Коп. Что-то ребята все отказались ехать. Погода сулит быть дождливой. Я что вот камеру-то включил? Вот время, еще 4 часов нету утра. Смотрите, как светло. Небо светлое. Если тучи убрать, то вообще светло. Но вот как так? Раньше ж такого не было. Понятно, сейчас мы часы не переводим на это самое зимнее, летнее время, но все равно. Еще май, еще даже не лето, а уже так светло. Что же будет летом в июне в начале? Смотрите, лось. Вот и лось вышел. Опять лось. Он побежал, побежал. Красавчик, ну молодой относительно. Ой, красота какая. Дышит, пар идет. Эй, лось! Лосёж! В мире животных продолжается, друзья. Тут вот у нас этот птеродактиль заземлился. Красота, ой! В мире животных. Вышли на усадьбу. Фундамент, стены, вон еще стоят даже какие-то. Да, строение было мощное. Под ногами камни везде. Сигнал. И вот такой складной нож. Я вот тут протер, уже рыбка изображена. Может и старенький. Ну что, скорее всего. Такая находочка. Что там, Паш? Закопал. Это не гильзач, это манок охотничий. Поломанный пополам. Да, жаль. Жаль, да. Приятная была бы находка. У меня есть целый. Смотрите, какой лес, ребят. Просто красота. Деревья все старые, большие, высоченные. Места дичайшие. Еле нашел. Мелкий-мелкий. Гвоздик старенький.
бронзовый, наверное. Ага. Косуля, по-моему. Какие сюжеты, друзья. Это вот мы на старом поместье, а там вон чего. А там вон чего. В заросшем парке стоит старинный дом. Офигеть. Там как купол такой. Куполовидное помещение. Да, да. Ну, так, присели на помойку вроде как обычно. И вот она, зеленочка с пивом, точнее без. Ну зато пробка, наверное, тильзитовская или что там. Давай помоемся. О, Эльдорадо. 0,3. Прикольная, слушай. Затерлась? Да не открывай, пусть так и будет. На механизме все. Никаких опознавательных знаков. Ну, донышко такое, как у вина, да? Ну, какая-то, да. Заглубленная. Вообще пустая пробка, да? Пробка пустая, никаких. Так, всякий шлак пока лезет. Столовые приборы, вилка, ну блин, попадись ты хотя бы рост фрай, нет, черная, пузыречки, пробка, тильзит, как обычно, 10 цинковых фенингов и битье, ну вот такая, ну вот приди ты целая, ладно, копаем он дальше. Открыл он пивчагу свою, что-то там виднеется. Борисберг. Кёнигсберг. Кёнигсберг. Интересный пузырек выпал, ребят. Посмотрите. То ли иероглифы, то ли какие-то руны. Маленький. Что здесь было? Эликсир какой-то. А может быть, зелье секретное. Прикольно. Тимур вон пузырек достал. Ох, какой интересный. К сожалению, да? Да, ничего нет, пустой. Ищем дальше. Так, совершенно у Тимура случайно выпал. Что это такое? Коротыш. Да, железо труба, конечно. Утратами, к сожалению, но ну, такая находка. Вчера из Рейха. Позавчера. Я позавчера, да. Работает как часы. Старый, но. Само лезвие тоненькое, да? А, вот уже и тончился, и шпатель. Знаешь, мне кажется, Паш, он был. А, засаперен, скорее всего. Да, 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 да. Кончик-то там внутри не могло остаться. Да нет, конечно. А ну-ка покажи, у него лезвие с каким-то дефектом, да, вон?
Я не пойму. Что-то какая-то. Такое ощущение, что паяли на нем. Ага. Визуальная находочка в траве белеется. Косуля рожек потеряла. Батюшки мои. Вот чудеса. Ой, сегодня хоть жары такой нету. Хоть это самое. Ветерок дует маленько. Градусов 15, наверное. Так, у меня монета. Пять рейхсфенигов. Тридцать пятый год. Прошу пардона, но, по-моему, я разбудил кое-кого. Красную жабу, она вроде беременная. Что-то она надутая. Ой. Караул. Ладно, сейчас тебя посажу в другой угол. Как тебя звать-то? Ох, какая пузатая. Красотка. Очередной сигнал, вот такой самоварный краник. Посмотрите, какой замечательный. Пробковый кран. Пошел небольшой обедик у нас. Ой, что интересное. Тимур вот такую находку совершил. Перламутровый ножик немецкий. Попадаются они частенько. Раздуло его нешуточно. Друзья, это просто напоминает издалека амазонку. Такое чувство, сейчас крокодил оттуда выскочит. Из этой Миссисипи. Такая находка. Что это за отвод такой? Так, что ты пищишь? Кто-нибудь узнал, ребята, чего это? Крепление. Вот это цветная дудка. У кого мысли есть, пишите в комменты. Сигнал очень какой-то крупный, ребят. Вот вокруг лес, просто тишина кромешная. Здесь ручеек течет вот за спиной, получается, у кинооператора. И сигналище. Может, конечно, колесо какое-то, но надо выкопать. А вдруг нычка какая-то?